Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Роман Курцин. Как выглядит его единственная жена, которая известная актриса, 20 лет отношений и почему актер не живет в мегаполисе. Героев Романа Курцина любят за открытость, прямоту, веселый нрав, ну и что греха таить, за привлекательную внешность. На самом деле это он сам. Актер Роман Курцин до определенного возраста жил одним днем и жаждой новых ощущений, а также адреналина. Еще в 16 лет он начал активно заниматься спортом и качался, но не хотел связывать себя с бодибилдингом и тому подобными вещами. А душа просила драйва, экшена. Все это он нашел, но гораздо позже. В детстве Роман часто любил смотреть приключенческие фильмы, легендарный фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». Произвел на Романа неизгладимое впечатление, и он твердо решил стать актером. Юному дарованию из Костромы, только-только окончившему Ярославский театральный институт, строить грезы о великой карьере можно было, но чем выше взлетишь, тем больнее падать. Роман решил брать трудом и упорством. Его физические данные были и есть очень хороши, поэтому параллельно с актерством он начал работу каскадером. Многим актерам известность принесли роли в сериалах, и Роман Курцин не стал исключением. Его знаковыми работами были «Серебро», также картина «Меч». Сейчас его амплуа – фитнес-тренеры, боксеры, спортсмены и хоккеисты. Зрители любят Курцина, и эта народная любовь с годами только крепнет. Звездной болезни у него нет и никогда не было. К столичной жизни его не очень-то и тянет, особенно после тяжелых будней в начале карьеры. По рассказам, ему приходилось жить на 1200 рублей в сутки, и спал он на вокзале. Много это или мало – это вопрос риторический. Он перенасытился активной жизнью, постоянные съемки, гонки, тренировки – все это приелось, и он заново полюбил свою родную Кострому, где живет и сейчас. А на съемки и светские тусовки он прилетает только по необходимости. Уже почти 20 лет Роман Курцин счастлив в браке, воспитывая дочь и сына. Кстати, именно женившись, он осознал всю прелесть тихой семейной жизни. Со своей будущей избранницей он познакомился во время учебы в ВУЗе. С актрисой Анной Назаровой они расписались только после 3 лет отношений. Роман признается, что жизнь в мегаполисе совершенно не для него. В маленьком городе все гораздо проще. Можно подойти попросить телефон или мило улыбнуться случайному прохожему, подарив ему частичку хорошего настроения. Тут на тебя не посмотрят, как на дурака. Люди более приветливые и открытые. В маленьких городах принято помогать друг другу. Вот почему Роман не остался жить в Москве. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи, пишите свое мнение в комментариях. Всего вам самого доброго, до новых встреч и всем пока-пока.